Ну что, здравствуйте, друзья, подписчики. Сегодня настал момент, когда я закончил нашу опаловку для первого этажа. И начнем заливать опилкобетон вот в эту часть возле дверного проема. Сейчас все расскажу, какой я беру состав, что я туда еще добавляю. Вперед. Ну, метр где-то здесь. И заодно я узнаю, сколько опилкобетона, сколько замесов понадобится на весь пристрой. В два этажа. Ширину знаем 40, длину знаем метр. И узнаем, сколько замесов, сколько опилок, сколько цемента, сколько песка понадобится на этот объем. Значит, для этого нам понадобится 6 ведер опилок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два ведра песка. И один мешок 25-килограммовый. Я поделил пополам. И одна половинка этого мешка. Ну, одно ведро практически. Ну и воды. Добавок к этому я сюда положу известь. Пушонку. Примерно вот столечко. Сами посмотрите, сколько это получится. И еще жидкое стекло. Мама, а ты как его тебе? Вот это жидкое стекло купил. 4 килограмма 360 рублей. Я не знаю, сколько это, дорого, недорого. Ну, разведу в ведре воды вот примерно столько стекла. Так. Сразу разведу. Пускай она растворяется. Первым делом засыпаем сюда опилочки. Раз. Все, пыль идет. Залить воду жидким стеклом.
хватится. Раствор замечательный. Смотри какой. Да. Так, вот мы засыпали. Туда-сюда разровняем. И будем трамбовать. Без фанатизма. Так, с чуть-чуть, слегка. Тяжелые. Вот. Опять разровняем. Вот это получилось. Хорошо. Так. Теперь маленько потрамбуем. Давай, Степа, засыпем их тоже. Выйди сюда. Так, ну все, один замес. Один замес, первый замес. Мы высыпали бетон-мешалку. Из бетон-мешалки. Вот так вот, первый замес. Нашего дома. А у этого пол. Папа, а у этого пол. Пол это. Пол? Да. Не пол, стена. Думать по-другому делать. Ну вот, замес хорошо промесился. Однородный. А рулетка далеко? Нет. Близко? Да. Вот он. 14, 2, 3, 4, 5. Вот, 5 замесов. Получается, 5 замесов ушло на метр. Пять замесов будет примерно на этот кусочек. Ну, сейчас посчитаем, сколько получится на весь пристрой замесов. Вот и получается 14 замесов, 14 метров по 5 замесов, 70 замесов, да? 17,5 мешков, 4 ряда опалубки, 70 мешков получится. Все, поехали дальше. Будь здоров. Он пенопласт скрошил. Как? Руками. Будь здоров. Они еще сухие есть, мокрые. Сырые, да. Что под дождиком? Бассейн такой берут. Намокли под дождиком. Вон бассейн стоит. Лежит. Вон он весь порвался. Его надо выбрать. Еще вон сколько опилок у меня. Раз, два, три, четыре, пять бигбэгов, пять кубов. Ладно. Вот это он. Поехали. Да. Оп. Да. Всего последний замес будет. Разровняем.
Вот, друзья, метр опалубки. Метр опалубки у меня получилось 4,5 замеса. Потому что вот целый тазик еще остался. Топчи. Молодец, во. Это самый главный мой помощник. Самый главный. Главнее меня даже.